Слава Украине! Привет всем от Полонского. Только что, ну не только что, вчера вечером на передаче у Помета некая бобраедка предложила вешать россиян. Вот ни больше, ни меньше. Это то, что ей пришло в голову. И то, что по центральному российскому телеканалу, этой телепомойке «Россия-1», она так и сказала. Значит, смотрите, это уже второй призыв к каким-то массовым, внесудебным, что ли, казням граждан собственной страны со стороны вот этих вот российских можновладцев или, скажем так, околопутинской тусовки. Посмотрите, совсем недавно некто алкодепутат Гурулев предложил то же самое. Он предложил не вешать, он предложил расстрелять 20% россиян, которые не голосовали за Путина. Вот. Ну а теперь бобраедка, соответственно, предлагает использовать опыт Муравьева. Был такой вешатель на России в позапрошлом веке, да, который прославился в кавычках своим отношением к польским повстанцам, которые тогда боролись за свободу против вот этой вот России тогдашней. И он, да, он тогда повесил, по-моему, то ли 128, то ли 138 поляков, ну, большое число. И, собственно говоря, вот таким вот образом вошел в историю, как вешатель, да. Ссылка на речи бобраедки, пожалуйста, снизу в описании к данному ролику. Можете полюбоваться, что я это все не выдумал. Итак, за последние дни мы слышим следующее на России. А. Восстановить ГУЛАГ. Б. Значит, со слов этого алканавта Гурулева. Он-то алканавт, такой же, как и Димон Медведев. Но, кстати, этого же Гурулева, который предложил расстрелять 20% собственных граждан, его ввели сейчас в научный совет по местному совету безопасности. Да, вот у них так называется, да? Совет Безопасности, он у них в научном совете. Кстати, как и сам алкогном Медведев, который вообще предлагает, он когда не просыхает, он сразу предлагает скинуть атомную бомбу на Европу, еще на Украину, еще на что-нибудь, то есть у него там постоянно. То есть мы видим, да, какая наука у них прет, что у них в почете. Итак, этот предложил, значит, расстрелять. Ну а бобраедка, я честно, я когда слушал это все, я думаю, елки-палки. Но если бы это несли, знаете, в какой-то дикой стране, типа Ирана или Афганистана, абсолютно свихнувшийся, да, ну, я думал, ну, ладно, с трудом, но такое, как бы, ну, окей, свойственно, да, вот подобным государствам. Но такое уже не первый раз несут. Кстати, и Соловьиный Помет предлагал то же самое абсолютно. Вот, то есть, а когда слушаешь бобраедку, ты понимаешь, что эта страна окончательно сошла с ума. Живут там, я не знаю, у власти, скажем так, находятся абсолютные шизоиды. И вот эти вот обслуживающий их вот этот медийный класс, если его можно так назвать, тоже представляют из себя совершенно свихнувшихся шизоидов, которые за 5 копеек, за вот эти 30 сребников, которые им там с путинского стола падают в открытые рты, продать, расстрелять, значит, повесить и маму родную, да, представляете, что это за публика и что, чего она стоит, то есть они своих предлагают то вешать, то расстрелять, что же говорить за украинцев, да, представляете себе. Кстати, да, и бобраедка начала угрожать, кстати, жителям временно оккупированных территорий как раз вот такими вот мерами, а-ля Муравьев. То есть страна абсолютно свихнулась, страна сумасшедшая, страна сумасшедших. Вот россияне, вот когда вы сидели дома по кухням, когда у вас начиналось правление вот этого вашего плешивого Путина, который стал просто хуже Гитлера, вы могли себе такое представить, что у вас сегодня, вот на сегодняшний день, они предоставят очень хороший выбор, значит, утонуть в наводнении, как вариант, отправиться в ГУЛАГ, как вариант, вот теперь быть, значит, расстрелянным, согласно приказаний Гурулева вашего, или же повешенным, как нравится Симонян. Вот скажите мне, вам все вот это происходящее подходит? Кстати, да, после наводнения будут же пожары.